Ой. Татьяна Татменина и Леонид Закашанский. Вау, Плющенко отдыхает. Хочешь отдыхать? Отдыхать. Как у них лед в Страдивари, а у нас будет лед в Закашмаре. Закашмаре, да. Опа! Вы знаете, ну, начну я, наверное, да, как инициатор. Татьяна сначала выбрала вот эту песню, сейчас напою. А голуби летят над нашей зоной. Но потом мы посовещались с Ильей Авербухом и решили все-таки взять Простоквашино. Да, Татьяна? Опять ты начинаешься. На льду Татьяна Татьмянина сольно топлес! Детская тема, наверное, подразумевает все-таки хорошее, доброе настроение и... Наверное, оно и будет таким. Нет. Забери меня, мама. Забери от Татьяниной. Забери. Забери, подальше меня от нее. Как можно делать кусок, если мы его ни разу не делали под музыку? Чего можно требовать? Чего требовать? Да. Мозги, все. Мозги, хорошо. Ведь я говорил на каждом таком элементе, Тань. И там перебежки не мог включить мозг 25 раз. Чего ты жалуешься? Никто тебя не... Я не жалуюсь, твоя не нужна, Тань. Илюш, не трогай сейчас, ты видишь, заводится. Зачем? Вообще. Тут надо раз и отпустить. Нельзя, не могу так. Ну я тоже не. Танюш, выключи волну вот эту, пожалуйста, негативную. Нам обоим нужен этот номер. Таня, сделай так. Уса! Подыши немножко воздух. Просто выключи сейчас вот это и все. Негатив. Я же к тебе по-доброму. Все устали. Давайте сделаем просто. Не трогай сейчас. Ути-пути, не взорвись. Класс! Ты жива? Дорогие дети, вот в этой замечательном, в этом замечательном этюде тире-катании вы увидите необыкновенную любовь между кошечкой и песиком. Такого в жизни не бывает, только в ледниковом периоде. Смотри теперь. На льду Татьяна Татьмянина и Леонид Закашанский! А я все чаще замечаю, что мне как будто кто-то подменил. О морях и не мечтаю, телевизор мне природу заменил. Что было вчера, ну то забыть мне пора. Завтрашнего дня, ни соседям, ни друзьям, никому не узнать меня. Татьяну и Леонида к сегодняшнему дню проекта готовил Илья Авербух, а музыка выбрана из мультфильма «Каникулы в Простоквашино». Как не было зимы в городах и селах, и никогда б не знали мы этих дней веселых, не кружила б малышня возле снежной бабы, не петляла бы лыжня, кабы-кабы-кабы, не петляла бы лыжня, кабы-кабы-кабы. Как не было зимы в городах и селах, и никогда б не знали мы этих дней веселых, не кружила б малышня возле снежной бабы, не петляла бы лыжня, кабы-кабы-кабы, не петляла бы лыжня, кабы-кабы-кабы. А все время лето, мы бы не знали кутерьмы новогодней этой. Не спешил бы Дед Мороз к нам через ухабы, лёд на речке бы не замёрз, кабы-кабы-кабы. Лёд на речке бы не замёрз, кабы-кабы-кабы. Кабы не было зимы, а все время лето, мы бы не знали кутерьмы новогодней этой. Не спешил бы Дед Мороз к нам через ухабы, лёд на речке бы не замёрз, кабы-кабы-кабы. Лёд на речке бы не замёрз, кабы-кабы-кабы. Я даже не знаю, как это откомментировать. Понимаете, у Леонида появилась уверенность, что он уже многое на льду может. И получается, что ребята набирают сложность, все более сложные технические элементы. Ведь Леонид сегодня 3 раза прыгнул на коньках.
И два из них удачно. А вот в этот момент в достаточно простой дорожке нога уехала, правая нога уехала из-под него. То есть ошибок набралось много. Хотя понятно, что прогресс у пары очевиден. Поддержка справился. Последнюю поддержку сделал. Хоть что-то сделал. Нет, молодец. Ты же на скобочках построил нам веселую жизнь. Да я сам. А зачем ты там решил там это делать? Прощение сделал очень хорошее вначале. Хорошо завращался, очень хорошо сделал поддержку. Все аккуратно. И было отыграно. Вот чуть-чуть замечаю. Итак, Татьяна Татмянина и Леонид Закашанский, оценки за технику. 5-9, 5-7, 5-8, 5-9, 5-9. Средний балл 5,84 балла. Оценки за артистизм. 5-8, 5-7, 5-8, 5-8, 5-9. Средний балл 5,8 балла. Общий балл 11,64 балла. Андрей, тут кричат не Малахов плюс, а Малахов минус. Слушайте, они могут кричать все, что угодно. На этом месте сижу я. Если меня пригласили, у меня такое мнение. В следующий раз, когда вы будете здесь сидеть, вы будете выставлять ваши оценки. Поняли? Я не понял, кто здесь чемпионы мира, кто из них, они катаются совершенно одинаково, да? Если партнер катается хуже, то я думаю, что профессионал должен хотя бы вытянуть этот танец, да? Я не увидел здесь ни профессионала, ни пары, ничего. Скажите спасибо, что 5-7 я ставлю еще за это. Татьяна Анатольевна. Я с Андрюшей согласна полностью. Тань, что ты так напугалась? Мордочку нарисовать — это не значит иметь внутреннее состояние одинаковое с музыкой. Что вы тут делали, я не поняла. Вот. Конечно, профессионал должен украшать, закрывать, переигрывать. Это все входит, так сказать, в понятие этой профессии. И поэтому я думаю, что вот я поставила 5-8, 5-8, хотела вообще поставить еще меньше. Потому что не раскрыта тема, не смешно, не весело, танца нет. Что тогда пустились бы в какой-то пляс. Но главное, что нет, опять в тебе нет какой-то жизни, которая вот только что была на предыдущих этапах этого большого пути. Ты была какая-то другая, ты нас удивляла, тебе нравилось то, что ты делаешь. А сейчас, ну так, какие-то движения, они не будут оценены никогда, никем. Ребята, оценки действительно не очень поставили вам сегодня. Давайте разбираться, что вы сами скажете о своем катании, Танюш? Я считаю, что Леня справился с поддержками. Это максимум, на что мы могли рассчитывать. Ну, значит, такая судьба. Сегодня мы не доработали, завтра будем исправлять ошибки. Но ты меня прости, Буграти, но камень был в твой огород, что ты немножечко артистически не доработал. Это с чем было связано? Может быть, много образов тебе сразу пришлось здесь выполнить? И мама, которая приехала, которую благодаря технике и тут, и там показывают, и вот этого дяди Федора, и собака. Ты кем была-то вообще, ты поняла? Мне сказали, что я шарик, но я себя не чувствовала шариком, поэтому, наверное, я не могла той с точностью донести свой образ, вот и все. А почему я не была в образе, как в предыдущих программах? Опять-таки, я немного заволновалась за Леню, чтобы он справился со сложными поддержками, потому что мы выучили поддержки и крутили их. С утра до вечера. Во всем виноват я, если что. Да уж, держи удар. Говори, в чем ты виноват. Нет, конкретно. Нет, вы с своей стороны справились с элементами. Вы тут не виноваты. Спасибо, Татьяна Анатольевна. Для меня критика жюри, в том числе жесткая политика Андрея Малахова, для меня это только стимул, потому что это действительно сложно, и совместить артистизм, катание, трюки, и все это за две минуты, когда тебя трясет и колотит, и делать вид, что все хорошо, это действительно сложно. Я переживаю за Таню, я думаю, что
Это просто некий такой толчок нам даст для того, чтобы мы работали дальше и как-то увеличивали свое мастерство, улучшали свой уровень. И я думаю, что мы дальше будем кататься гораздо лучше. Спасибо вам большое. Удачи. Спасибо. Спасибо. Спасибо.